Мы болеем, сердце наше кровью обливается. О событиях, которые происходят в Новороссии, там гибнут русские люди. Это страшно. Это война, которая не просто у нашего порога, а которая, можно сказать, в нашем доме. Я с болью в сердце каждый день слушаю новости, открываю интернет. Мне кажется, мы должны что-то сделать. Мне кажется, мы должны помочь нашим героическим защитникам Новороссии, Славянска, Донецка, Краматорска. Мы должны им помочь. Мы, конечно, мы простые люди, мы артисты, мы им помогаем нашей песней, но нужна государственная помощь. Я абсолютно в этом убежден. Мне кажется, она будет, она придет. Я отказываюсь верить в то, что ее не будет.